Связано с тем, что ледокол большой, легко заблудиться, но действительно есть куда сходить. 13 палуб, более 1000 помещений на нижних палубах, где будем с вами находиться, мобильной связи нет. Поэтому самостоятельные экскурсии без мобильной связи могут быть весьма долго. Из 13 палуб мы пройдем с вами 6, потому что ходить много. Ну, будьте осторожны на трапах, достаточно крутые. На трапах в первую очередь следите за детьми, бегать, прыгать, всегда получается удачно. Ну, что касается взрослых, ну, трапы берегите голову, сейчас вот именно здесь, как наверх поднимается, будьте внимательны. И не наступайте ногой на высокие комины, сейчас как бы встречаться на маршруте. Это такие большие водонепроницаемые переборки. Здесь для команды, но сам камбус или кухня, где все готовилось, еще на палубу ниже, он прямо под нами. Приготовленные блюда, их, конечно, не по трапам поднимали в эту столовую наверх. Камбузный лифт построен, туда все загружалось, вот поднимали в эту столовую и в компанию. Еда здесь ничем не отличалась, как говорят, ели из одного котла, но в разных местах, поскольку экипажи работали здесь большие, здесь в первую навигацию ушло 218 человек.
Интерактивная выставка «Адамат», такая построена, 4 таких современных зала. Ну, можно за счет современных технологий, также с историей ледокола «Ленин» ознакомиться, всего флота. Мы сейчас находимся, зал посвящен природе, вот в виде радара, это биометрический снимок морского дна, как северный полюс выглядит, как будто сверху камера снимает. Ну, поиски полуостров Мурманска будет искать, мы здесь находимся. Да. Ну, вот ледокол «Ленин», он к северному полюсу не ходил, он мог и не дойти. Там в летний период порой до 2-2.5 метров лед достигает. Был следующий построен атомный ледокол «Арктика» мощностью 75 тысяч лошадиных сил. За 30 лет работы ледокола чуть более 200 человек прооперировано. Операции делались в основном это аппендицит и грыжа. Это единственное место в Арктике было, помощь такого рода оказывалась не только своему экипажу, это экипажам других судов, которые шли в караване за ледоколом с грузами, это и на полярных станциях, ну, даже когда в порту находился порт Лика. Ну, оснащался ледокол самым современным оборудованием, это сейчас уже все неважно выглядит. Ну, в 59-м году еще не каждая больница себе могла такое позволить, поэтому портовики лечиться, анализы сдавали, ходили сюда на ледокол Ленин. Слева, справа борта лазареты, ну, все предусмотрено для автономной работы. Ну, действительно, случись что со здоровьем, во льдах помощь ждать будешь крайне долго, поэтому обязательно такие больницы не такого должны быть. Пойдемте дальше, проходите со мной. Нет, 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 нет
Давайте пойдем дальше, да? Проходите. Сейчас, подождите. Группа пройдет. Сюда, пожалуйста. Проработал в Арктике до 61 года, но в дальнейшем вышел на пенсию. У нас в честь него улица в городе названа, улица Пономарева. Нас сменил второй капитан Борис Макарович Соколов. Он посвятил всю свою жизнь этому ледоколу, отработав здесь должности капитана почти 40 лет. С 59 годом он был сначала капитаном-дублером. Схема ледокола в разрезе. Ну, на стуле мы сейчас находимся здесь. Это 11-я палуба, вообще две палубы наверх здесь. Ну, всего 13 палуб ледокола от низа до верха. Ну, 13 палуб это неправильно сказано, палуб здесь гораздо меньше. 13 уровней, вот, вы можете снизу подниматься по платформам, площадке, палубы, мостике, вот, всего их 13. Ну и полная высота ледокола от низа до верха 47 метров. Чтобы было представление, ледокола себе из воды на берег поставить, а получится примерно вот с памятник Алёше на горе стоит.
памятник защиты там за поля, и он вместе с постаментом 45 метров. То есть он 2 метра даже выше. Ну, со стороны этих габаритов не увидите из-за высокой осадки. У него рабочая осадка 9 до 13 метров, который находится под водой. Для чего это нужно? Ну, ледокол, они лед не колят, как я говорю, их неправильно назвали. А правильно звучит все-таки ледодав, а не ледокол. Ну, не так созвучно, поэтому ледоколом назвали. Он вот давит своим весом, как раз какой-то частью заползает на лед и продавливает. Если массы ледокола не хватило, предусмотрено к передней части, задней по бокам большие цистерны, они заполняли заборной водой. Ну, смысловая часть заканчивается вода, там свыше 3000 тонн добавлялось ледокол, лед продавливается. Если полной массы все равно не хватило, перекачивают воду из передней цистерны в заднюю, чтобы носовая часть наверх задиралась, ну, было проще сойти со льда. В дальнейшем на всех ледоколах есть предусмотрена вертолетная площадка, и вертолет — это ледовая разведка, уже сверху определяет толщину льда специальными приборами, а профессионалы способны оценить толщину льда на глаз. Он по цвету отличается, там где-то зеленоватый, голубой, синий, и по цвету почти точно сказать, какой он толщины. Всю информацию штурману, штурман уже безопасный маршрут выбирает. И есть еще боковые цистерны, здесь не очень хорошо нарисовано. Они нужны для кренования ледокола, потому что у ледокола отсутствует кель, у них нижняя форма корпуса в виде некого такого ореха. И если идет ледокол по чистой воде, они очень валки, его заваливают то на левый, то на правый борт, и за счет этих цистерн крен выравнивается. Ну и также помогает от ледового сжатия, то есть когда сдавливают ледокол по бортам льдами, ну его не сдавливают, его просто выталкивают наружу из округлой формы, и также он качает воду с борта на борт, чтобы продавить лед. Ну и полное водоизмещение 19480 тонн ледокола, ну максимально 2,5 метра способного угрозить. Длина его 134 метра, ширина наибольшая в средней части 27 метров 60 сантиметров. Ну идем смотреть дальше, проходите за мной, мы сейчас с вами будем программу. Выделяется тепло, нагревается вода в реакторе до 380 градусов.
чем она там не закипала, находится под высоким давлением, по 70 атмосфер. И дальше этот контур воды, как теплоноситель, передается в 4 пары генератора на один реактор. Здесь на макете нам один, только справа от реактора, один только видно. Ну а пара генераторов проходит второй контур воды, получает тепло от первого, и второго контура уже получает пар. Ну дальше этот пар под давлением вращает турбины для получения электроэнергии, конденсируется снова в воду, вращается пара генераторов. Ну вот в сумме двух реакторов загружалось около 200 кг вана, если прям взять его и весить. Вот 10 кг загрузили, это 4 реактора. Касса сувенира на память, будете готовы выходить. Так, вы нужно извините, это полный распад. Деревянная дверь, если его увидите. Завтра нужен мероприятие. Thank you.